30 августа 2018 год, Харьков. Пятнадцать пятьдесят девять по Киеву. Ну что, вот это, блин, ребята, да. Здесь был один фундамент несколько лет назад. Не так уж и давно. Ты представляешь? И заброшенный причем фундамент. И вот такое тебе. И это ж рядом с Барабашов, рядом с перекресточком, там чуть ниже 50 на 50, Шронинцев. Вот это номер. Только-только на том конце снял парка храм Матроны Московской. Говорю, как человек неверующий, церковь это, конечно, самая красивая в Харькове, наверное. Но их, правда, уже столько, светофоров, наверное, меньше. Остается только повторить: в стране растет количество церквей, дабы народу было где дышать наладом. Не, ну ты представляешь, это ж просто красота какая архитектурная, в смысле архитектура. Залюбуешься. Ты посмотри, там даже этот крестик под хохлому расписан. Вот это да. Ну и церезит пока еще, да? Пока спонсор проекта церезит. Лады, посмотрим, как это будет выглядеть. Так он работает, елка-палка. Он шпарит, кран опускается, поднимается. Его прямо сейчас строят. Точно, вот он, вижу. Вижу храмовников, да? Не храмовников, конечно, строителей храма. Храмовники — это в другую степь.